Всем привет, с вами канал Tiger Not Play, и мы продолжаем играть в Honor. Итак, у нас новый эпизод 2.6, Великий Поход. На высоком, как обычно. Так, Хольдар. Да, ну так же все остальное. Это последний эпизод у главы викингов, я так понял. Потому что у рыцарей тоже было до 1.6, а здесь, соответственно, 2.6 должен быть последним. По завершении главы викингов там разблокируют всякие там головные уборы на викингов там. Вроде шлем с рогами, как раз которым он ходит. Ну, по сюжетке в компании. Шлем такой с рогами. Он нам достанется, плюс еще там за других героев, там за Три Валкирию. Дня мы бились на мосту. За этим мостом нас ждал город полный добычи. Да, вот эти рога. Поражение значило, что мы останемся ни с чем. Нужен последний рывок. Так, новая задача. Пройти с другой стороны моста. Топчит его. Йога, кто? Валим их всех, блядь. А, блядь. Прогнившие ворота не устояли перед осадными орудиями викингов. Дорога через мост была открыта. Оп. Так, малыш. Ну, вот там, смотрите, посередине какой-то самурай сидит. Я не смог добить. Я выносливость быстро кончаю. Ты будешь, что ли, еще? О, самурайка встал. Блядь. Давай, блядь. Да все дерутся, все мешают, блядь. Блядь. А, ну, опа, опа, давай его подальше. Да мне свои же мешают. Так, самурайки, ну-ка нахер. А сколько вас тут это? Сдохните. Есть. Блять, еще один. А, это мелкий. А вот самурай этот, надо его валить. Так, надо отхилить.
Забили. Мне нужно было убить. Так, захватили. Пошел я на лучников. Идем, идем. Сейчас я с ними разберусь. Берегись, стрелки! Ой, какой плотный, нахер пошел. Так, с этими лучниками, блядь, мелкие. Бля, выносливость быстро кончается, это жесть. Так, ну я разобрался, чё. Ворота так близко. Захватили. А, нахер. Мы захватим город! Сдохни! Лучше, блядь! Блядь! О, чуваки, помогли мне! Бля, выносливость вообще быстро кончается. Еще бы чуть-чуть. Бля, откуда вы вышли? Я тоже так могу. Нифига, парировал так он. Бля, чуть не убил. Раздавим их! Так, готов один. Там еще толстяка, он, но его давит, да? Сейчас помогу. А, все, не надо. Они отступают! В атаку! Пошли нахер. Ох ты, какая крутая. Я вот в мультиплеере вот этих не люблю. Герои на буше. Товарищ. Так, ну захват точек и чё. И это ворота? Скорее дверь! А вот это куда лучше будет? Отличная мысль! Может выжить! Парами ломать собрались. Так, а что такое? Один благоволит не каждому. Докажи всеотцу свою отвагу, и он приведет тебя к победе. А это такие. Но если станешь излишне самоуверенным, победа достанется твоему врагу.
Это великий поход! Боги благоволят нам! Так, а мне что делать? Новая задача. Победить генерала Тодзена какого-то. Того, да? Давай, генерал это. Опа. Нифига себе, что за нахер? Тени? Я жду тебя! Ебать, как с ними драться? А кто из них настоящий? О, ладно, хоть это помогает. Сдохни ты! Прячешься за чужими спинами! Если бы мне вот это не Валькирия не помогала бы, меня бы забили. Давай, блядь. А, падла. Один убегает. Не уйдешь. Мелкий, блядь. Опять тени свои будешь искать. Во-во-во, какой ты крутой! Давай! На! На! Да, это я! Я убью тебя! Опа! Так значит, это Хольда! Водка! Падла! Блять. Ну-ка так. Опаньки. Свалил. Я уже думаю, что опять его на тени пойду. Мелкий, давай, разбирай, мелкий полет. Блядь. Давай, беги! А чё ты без маски уже? Я не проиграю! Тихо, тихо. Валил я его. Невероятно. Ты ж Хольга. Самураи как штаны насрали, побежали.
что, значит, дальше идем, что ли? Или все? А где наш тот этот? Открыто. Победа. За воротами богатство. Добыча. Трофеи. Нифига сперли. О великом походе сынов битвы сложат легенды. Пять лет назад. Если лидеры Железного Легиона знали об этом... Теперь мы поговорим. Что ж, так куда проще. Мы ваши верные слуги, госпожа. Так, что будет дальше? Война. Люди созданные для войны. А эти твари бегут от сражений. Трусы. Мы покажем им пример. Нам не разжечь огонь войны повсюду. Не сомневайся. Нам помогут наши враги. А почему она так хочет, блядь, разжечь войну везде? Поздравляем, вы завершили кампанию, ачивку дали, все ради... Блин, не успел посчитать. Награда за задание, награды... А, вон, я уже говорил, иди. Внешний вид новый. Раскраски новые. Компания, уровень 17, меньше смертоносность. Так, награда. Валькирий цвет, воины сив. Вот такие рога для вождя. Берсерк деталь для шлема. Вот эти рога для холдера. Нормально. Ну и раскраски, рога, раскраски, плюс символы. Так, а золото тут ничего не дали, что ли? Оборона города пала. Среди самураев был воин, который мог предотвратить беду. Ароти. Несколько лет проведший в темнице. Похоже, вскоре его заточение закончится. Так, ну что ж, ребят, мы выполнили главу 2 викингов, прошли полностью главу викингов. В следующей серии начнем проходить главу 3. Там идет речь про самураев. 3-1 долг. Эпизод начнем проходить. А на этом у меня все. Продолжим в следующей серии. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока.